Проблемами со здоровьем закончилась для вартовчанки поездка в Турцию. На отдыхе женщина почувствовала себя плохо. Позже выяснилось, что у нее пневмония. Югорчанке оказали экстренную медицинскую помощь. 3 недели она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Стоимость длительного лечения за границей могла превысить сумму страховки. Поэтому, как только женщина почувствовала себя лучше, ее доставили на родину бортом санавиации. Сейчас югорчанка находится в реанимации 2-й Нижневартовской окружной больницы. 30 числа она была нам доставлена. Нашей скорой помощью медицинской принято у борта самолета и доставлена к нам в больницу. На сегодняшний день она находится у нас в стационаре в реанимационном отделении. Состояние больной у нее тяжелое. Она заболела пневмонией. Предохраниться невозможно. Жизнь так устроена, человек может заболеть хоть где. Но желательно, что, конечно, в данных ситуациях не ездить за границу по одному, а ездить или с родственниками, или с друзьями.